Ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый 2023». Как принять в нем участие и кто стал победителем? В чем состоит ежедневная работа участкового? Смотрите программу «Город С». Гости в студии Виталий Михайлин, победитель регионального этапа всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2023» и Константин Кирюшкин, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Самаре.